20 минут о красивой жизни, интересных людях и уникальных поступках. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Какой бы ни была одежда, модной или с прошлого года, брендовой, дорогой или простой демократичной, испортить или вытянуть впечатление внешнего вида можно с помощью прически. Именно поэтому так важно следить за тенденциями парикмахерской моды. Сегодня несколько стильных укладок представляет мастер салона Гуфа Алексей Верховых. В сезоне осень-зима 2018 особенно стоит выделить мокрый эффект, зачесанные волосы назад, плотные пучки и объемы, заимствованные из 50-х, 80-х и нулевых. Объем создается с помощью вообще правильно подобранного шампуня и правильно сушить волосы. Так как мы сушим в салоне против роста, это нам как бы удобнее. В домашних условиях можно девочкам сушить просто вниз головой. Это так быстро, максимально можно посушить. И объем в этом случае получается такой лайтовый. Один из способов добиться желательного объема – плойка гофре. Гофре используется как бы не по всей голове, а в том месте, где нужен объем. Как правило, это вот зона закругления, ну, может, где-то макушечка. И использовать не просто смыкая, а смыкая у корня больше акцент, и потом мы плавно двигаемся к концам, мы эти движения, смыкание, все делаем как бы на… уменьшаем количество выдержки этого приборного волоса. Особенно популярен в этом сезоне эффект мокрых волос. Подойдет любой длине волос и тем, у кого нет челки. Эффект мокрых волос можно достигается разными способами. Это могут быть какие-то гели, которые будут такой более сильной фиксацией, там, прикорневые зоны, вот это вот краевой линии. Также какие-то, может быть, спреи жидкие, солевые спреи тоже можно. Можно вообще не бояться экспериментов. Можно, допустим, солевой спрей использовать вместе там с гелем. Гели, пенки, муссы используются на влажные волосы. Популярные несколько сезонов подряд пучки все больше напоминают узелки. А сделать их легко с помощью всего двух шпилек и резинки. Я использую как классика жанра, это резинка с двумя шпильками, держится конкретно, легко использовать, даже моим клиентам рассказываешь, показываешь, они как бы справляются. Две резинки обернуть, эту резинку спрятать, этим же можно уже и узлом, либо прядью волос. В арсенале профессиональных парикмахеров обычно десятки продуктов для стайлинга. В домашних условиях такого количества не требуется. Необходимо всего 2-3 средства, в зависимости от типа волос и укладки, которую вы собираетесь носить. Заблуждение, что лак на все случаи жизни, это как бы неправильно, потому что лак можно перегрузить, и лак он финишный элемент. Поэтому необходимо использовать муссы и либо пенки, но мусс используется для тонких волос, а пенка она более для толстых, плотных, чтобы не перегрузить прикорневую часть и хорошо распределяется по всей массе волос. Соответствовать тенденциям парикмахерской моды не так уж и сложно. Все прически легко воспроизвести самостоятельно и делать это хоть каждый день. Предметы роскоши, драгоценности, товары известных люксовых брендов обычно бывают представлены в специализированных бутиках или фирменных салонах. Но есть еще один формат, где можно со всеми этими предметами познакомиться. И об этом речь пойдет прямо сейчас. В наши дни, когда, казалось бы, все известные форматы салонов и бутиков в сегменте премиум и люкс уже освоены, все-таки находятся ниши для новых нетривиальных предложений. Камзол расшифровывается как комиссионное золото. Цель создания данного направления была следующая – экономить время и деньги наших клиентов. На сегодняшний день люди продумывают свои покупки.
здесь мы представляем брендовые ювелирные изделия. Помимо ювелирных украшений у нас также представлены брендовые сумки. Предположим, сумки Louis Vuitton, чемоданы Louis Vuitton, Givenchy, меха более дорогого сегмента, такие как соболь, шиншилла, куница. Это дорогие предметы роскоши непосредственно для интерьера, то есть иконы, тарелки, винные наборы, позолоченные с драгоценными камнями. С предметами роскоши люди расстаются по разным причинам. Нужны средства для бизнес-проектов или же просто надетая пару раз вещь перестает радовать хозяйку. Тогда ее можно продать, зная, что здесь предложат адекватную цену. В компании работают сертифицированные гемологи с 20-летним опытом в оценке драгоценных камней и металлов, а также эксперты в области антиквариата, галантереи, ценных мехов, которые за 15 минут проведут экспертизу подлинности. Мы делаем качественную экспертную оценку каждому изделию. Мы проверяем сертификаты, мы проверяем подлинность изделий. Наши специалисты являются экспертами в данном направлении, где они, безусловно, умеют отличать подлинное от фейка. Мы предлагаем несколько операций. Одно из них – направление VIP-ломбарда. Можно оформить залог дорогостоящего имущества, воспользоваться заемными средствами и выкупить вещь. Еще одно направление – брендовый комиссионный магазин, который выплачивает сумму после того, как вещь находит нового владельца. Вы назначите свою стоимость на те предметы, которые вы принесете, которые комфортны для вас, и мы их выставим на продажу. И вариант скупка, где клиенты приносят свои изделия, и мы уже назначаем свою цену. Какая бы ситуация ни привела вас в камзол, здесь обеспечат приватность как покупателей, так и реализаторов. Мы не оглашаем, скажем так, списки наших клиентов, кто принес и кто купил. Клиент записывается к нам. Это предварительная запись, где мы его встречаем, работаем, совершаем те операции, которые хочет совершить клиент. Клиент уехал, его никто не увидел, никто не узнал, что он здесь был. Я думаю, это важно для многих. Украшения знаменитых ювелирных домов теперь не надо заказывать в сомнительных интернет-магазинах или покупать за большие деньги в бутиках. По большому счету, не важно, где приобретаешь ценности, главное, что это подлинник. Кстати, первая покупка с момента открытия этого магазина – кольцо с бриллиантами знаменитого итальянского ювелирного дома «Булгари». Клиенту оно обошлось в 5 раз дешевле цены, указанной на официальном сайте. Камзол – первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Главное событие года в красивой индустрии Челябинска. С 7 по 9 ноября в ТРК «Гагарин парк». Всего на несколько дней Челябинск станет бьюти-столицей, которой приковано внимание профессионалов. Выставка «Индустрия красоты 2018», на стендах которой будет представлено инновационное оборудование, косметические средства, новейшие инструменты и материалы для профессионалов в области маникюра и педикюра, парикмахерского искусства, косметологов и все для салонов и мастеров. Первый день деловой программы пройдет открытый чемпионат по ногтевой эстетике. Во второй – чемпионат по парикмахерскому искусству и визажу. В третий день – грандиозные мастер-классы «Знай наших». Лучшие мастера на одном подиуме. Посетить выставку можно с 7 по 9 ноября в ТРК «Гагарин парк». Труда 183. Благотворительный музыкальный салон Юлии Жаботинской представляет. Впервые с концертом в Челябинске харизматичный певец и композитор Чарли Армстронг. В программе мировые эстрадные и джазовые хиты. Изысканный ужин при свечах. 15 ноября. Конгресс-отель «Малахит». Изумрудный зал. Заказ билетов по телефону 235-75-55.
Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Это Beauty Time, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Grand Lashes 2018 – турнир среди мастеров по наращиванию ресниц – проходит в Челябинске уже в пятый раз. В этом году дата проведения – 2 декабря. А в настоящее время продолжается сбор заявок от участников. Есть несколько номинаций. Три из них технические – это классическое наращивание ресниц, объемное, куда входят все объемы до тройного, и мегаобъемное наращивание ресниц. В этом году мы выделили ее отдельной номинацией, потому что было очень много просьб по этому поводу. И есть также творческая номинация – это фантазийное наращивание ресниц, номинация «Образ». Здесь уже, конечно, командное участие. Здесь принимает участие и парикмахер, и визажист, как правило, и готовят полностью сборный образ. В этом году у нас тема двойников, Lash Star, поэтому нам нужно будет создать звезду и повторить ее выступление. Юбилейные медали предусмотрены для всех участников турнира. Что же касается гран-при, помимо кубка, победитель получит ценный подарок – кольцевую лампу новейшей модели, незаменимую в работе мастера. В рамках турнира также состоится бьюти-пати – конкурс творческих видеовизиток, борьба за корону среди лэшмейкеров, визажистов, бровистов, парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса. Нужно снять клип о себе, о своих талантах, в течение 2 минут рассказать красиво о себе, выйти и ответить на вопрос ведущего. Если все будет здорово, то жюри проголосует, и корона ваша. Оценивать профессиональные номинации будут сертифицированные судьи. В их числе победители прошлых лет, которые впервые выступят в новом качестве. В этом году я в новом амплуа, я уже в качестве судьи. Сложность в том, что нужно досконально все проверить, там склеечки, отступы, все. Допустим, в качестве участника на это мало обращаешь внимания, а вот у судьи, да. Каким бы успешным ни был лэшмастер, стать профессионалом высокого уровня можно только испытав себя на подобных турнирах. Я считаю, что участвовать, наверное, обязательно нужно. Это такой определенный, наверное, заряд какой-то. Даже не столь занять какое-то место, сколько просто это все прочувствовать. Ну и, конечно же, если все-таки забираешь какое-то место, это, не знаю, понимаешь, что ты значимый, наверное, в этой сфере. Также знакомство с многими мастерами, потому что даже из других городов приезжают, это очень интересно. Я вот, допустим, со многими девчонками до сих пор общаемся, поддерживаем друг друга, скидываем даже свои работы и оцениваем. До турнира Grand Lashes еще больше месяца, а потому еще есть время подать заявку на участие. Подробности у организаторов Академии Премиум Бьюти. Вы смотрите программу Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Если 4-6 лет назад стилисты рекомендовали носить костюмы по частям, комбинируя с чем-либо только верхнюю или только нижнюю часть, то сегодня в моде костюм в своем классическом варианте. Дизайнеры предлагают сеты как с брюками, так и с юбкой. Спортивный тренд, популярный в последние сезоны, также находит свое отражение и в костюмной теме. Отсюда комплекты с лампасами, жакеты на молнии и другие идеи. Костюм для отдыха – это не столько тренд, сколько эстетическая потребность современной девушки выглядеть стильно в неформальных ситуациях. Отсюда дизайнерские решения из трикотажа и других комфортных материалов. Или
Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Сони Кривой 30. Туроператор J-Study. Предлагаем обучение за рубежом по системе «Все включено» по направлениям, курсы иностранных языков, бизнес-обучение, каникулярные программы для школьников, поступление в зарубежные университеты и средние учебные заведения. 751-42-62. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова 159. Академия наращивания ресниц «Премиум Бьюти» представляет пятый турнир Grand Lashes 2018. Разыгрывается 30 кубков и один гран-при. Юбилейные медали и призы каждому участнику. В рамках турнира также состоится бьюти-пати, конкурс творческих видеовизиток, борьба за корону среди лэшмейкеров, визажистов, бровистов, парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса. Незабываемая шоу-программа с участием лучших стилистов региона. Узнать подробности и подать заявки на участие можно в официальной группе Grand Lashes 2018. Приглашаем к сотрудничеству представителей индустрии красоты. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Дизайнерская одежда, украшения и косметика, а также 10 часов лекций на актуальные темы. Второй Fashion Day посвящен теме женственности. В эти дни, конечно, приходят девушки, которые интересуются модой и которые хотят просвещаться и знать моду глубоко и со всех сторон. Если видите, у нас спикеры совершенно из разных областей, то есть спикеры, стилисты по украшениям, именно стилист-мужчина, у нас будет сегодня сексолог, визажист, то есть мы берем тему со всех сторон и раскрываем ее полностью со всей стороны, потому что главное в моде не одежда, а главное полностью образ, и чтобы он был гармоничный и целостный. Проект очень хороший, классный, объединяет под одной крышей разных дизайнеров, и теперь наконец-то у меня есть возможность пообщаться с ребятами, с кем когда я жила в городе, у меня не было возможности с ними пообщаться. Такая дружественная атмосфера, мне очень нравится, очень кайфово, кстати, такая прям классная обстановка. Проблема номер один в жизни современной женщины – как сделать эстетичное удобным и наоборот, а также как оставаться ультрамодной, но не привлекать излишнего внимания. Мы стараемся как раз предложить трендовые вещи, но так, чтобы их удобно было носить спокойно каждый день. Например, леопардовый принт. Мы предлагаем его в темно-синем цвете, в спокойном. Например, желтые цветы или жакеты в клетку. Безусловно, это невероятно модно, но мы используем такие цвета, чтобы было комфортно их надеть в офис, потом вечером надеть на вечеринку в кафе или пойти, например, в этом жакете и в шерстяном костюме, например, на площадку с ребенком. В образе человека за женственность отвечает прическа, а чтобы добавить волосам современный вид, эксперты рекомендуют придавать им правильную фактуру или собирать в пучок. Сейчас в моде эффект мокрых волос, то есть использование глянца, убранные назад волосы, также не уходят все еще, это кудри серфера, пучки очень красиво выглядят на длинных волосах, но также и на коротких волосах пучки очень интересные. И текстурируемые волосы, текстура на волосах, это очень сейчас модно, небрежность. Суровые реалии сегодняшнего дня требуют от нас быть компетентными во многих областях. Мало уметь себе делать макияж, важно успевать следить за его тенденциями. Макияж не может быть отдельно от моды, он всегда как такой завершающий, как вишенка на торте. Самая частая ошибка, наверное, это брови. Брови сейчас, тем более, они такой... Точнее, они всегда были в тренде, сейчас на них особый акцент. Вот поэтому, если бровь на лице не имеет форму, то, конечно же, она сразу создает не очень кожный вид. Поэтому самое главное – это, конечно, кожа и брови, самое основное. Как уже было отмечено не раз, мода – это не только про одежду. Именно поэтому возник такой формат общения, который позволяет получить знания в разных областях и изменить себя к лучшему.
Еще больше сюжетов о красивой жизни на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу #BeautyTime_TV. А на этом выпуск завершу. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта «Модный дом Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой.